Я познакомился с Николаем Иваном Валентиновичем, когда его к нам в Сердцякино привезла Марина Михайловна. Это было незабываемое зрелище, потому что мне показалось, что она привезла некого старца. Он был совершенно не вписывался как в картину мира. Огромная седая борода и взгляд, как будто бы из иного мира. И когда я выяснил, что он хочет расписывать наш храм, то, конечно, я очень обрадовался. А то, что он был церковен не по внешнему признаку, а по существу, говорит один эпизод, когда он один раз с двумя женщинами, прихожанками, читал вечерние молитвы. Так вот они, отойдя от него и слушая, как он читает, вдруг стали вытирать глаза, потом слезы потекли градом, и вот они зарыдали просто, а он просто читал молитвы, как мы все должны каждый день читать. Но это был дар, он общался именно с Богом. Он не вычитывал правила, он читал в уши Бога. Вот. Это была целая эпоха, когда он работал в нашем храме. Есть такая искусствовед, Квалевидзе Нина Валерьевна, она, у нее дача в Климовске, и когда она увидела эти росписи, она сказала, что это теперь мои любимые росписи. Когда я в прошлом году увидел картину «Крестный ход в Соловках», то какие мысли меня посетили? Там шли епископы. Епископы традиционно носят на голове митру, а митра означает терновый венец. И вот здесь, на этой картине, символ стал величайшей реальностью. И крестный ход, который всегда происходит, воспоминание о том крестном ходе, который совершал Господь, здесь тоже из символа превратилось в величайшую реальность. Люди шли действительно на смерть. И вот Иван Валентинович, мне кажется, это из основных его работ, и она является его неким духовным прозрением. Это для нас очень значимо. Поэтому я и в том году видел эту картину, и обязательно привезу прихожан своих, чтобы они обязательно увидели именно эту картину. Хотя некоторые рисунки изображают наших прихожан. Иных уж нет живых, иные еще живы. Для нас это драгоценно. В общем, я счастлив, что в моей жизни Николай Иван Валентинович вот написал своей жизни такую вот прекрасную картину моего соприкосновения с этой личностью.